Rixos. Заходим, смотрим. Rixos Pikirova. Для детей. Гостиница в основном. Ну и для взрослых мест остается. Так вот работает ресторан в Rixos'е, и масочка, и ручки, и все как обычно. Сам парень не вкладывает сыр, то есть эти люди не трогают, он сам работает в перчатках, в маске, ну как бы все гигиенично, все чисто. Какое отличие вообще от всех отелей, ну естественно, Чем же мы отличаемся от всей цепочки Rixos, да, какая наша изюминка? Начну с того, что в Европе мы являемся ведущим семейным отелем. Наш мини-клуб, территория которого составляет 30 тысяч квадратных метров, действительно, можно по праву сказать, является сердцем нашего отеля. Мы принимаем деток в мини-клуб от 6 месяцев до 17 лет абсолютно на бесплатной основе. Это значит то, что родители, которые приезжают даже с самыми маленькими гостями, маленькими детками, имеют возможность тоже отдыхать, когда их ребенок находится под присмотром наших опытных педагогов, психологов, это не только анимационная команда, это действительно профессионалы с вами делают. А кто покажет, да, где дети будут отдыхать? Конечно. Изменения какие? Здесь разметка, чтобы помогать гостям напомнить, да, о безопасной дистанции. И хотелось бы сказать, что даже детей это дисциплинирует на самом деле. Вот им интересно ходить в этой разметке, контролировать свою дистанцию. Мы такой отель с территорией 186 тысяч квадратных метров, который, в принципе, всегда, да, даже при 100% загрузке имеем возможность, территория, да, наша позволяет этой безопасной дистанции. Тепловизор измеряет температуру, и по всему отелю есть тепловизоры, поэтому сразу, у кого повышение температуры, сразу будет замечен. Детский клуб, он в Rixos'е, это изюминка этого отеля. Все для наших младших. Территория мини-клуба 30 тысяч квадратных метров. Мы являемся ведущим семейным отелем в Европе. Здесь возраст детей абсолютно не имеет значения. Каждый ребенок здесь гарантированно получит удовольствие. Никто не хочет отсюда уходить. Мы принимаем детей от 6 месяцев и до 17 лет. Разные группы, разные развлечения, разные комнаты. Это Lego Room, это кинотеатры, это PlayStation Room, это Baby Room для малышей 6 месяцев и 3 года. Это своя вечерняя анимация, которая предлагает под открытым небом 400 посадочных мест. Все приглашенные коллективы выступают для наших детей. Самый длинный в Европе веревочный парк. Также абсолютно бесплатный для наших детей. И аквапарк. 10 взрослых горок и 5 детских. Детские горки также входят в Rixos Club.
10 горок для взрослых, там для детей 5. Все работает, хочется нырнуть, но это чуть позже. Алис, скажи еще такой вопрос. Я повторно задам его тебе. Ребята приехали, хотели вот индивидуально отдохнуть к тебе. Сюда сможешь их привезти? Большим удовольствием. В этих виллах, в этой гостинице, в этих виллах практически в любой период года, сезона можно найти открытые номера. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к Салавату, ко мне через Салавата. С большим удовольствием поможем. Расселим. В этом, сейчас в этот период, в отличие от прошлого года, есть какое-то, да, изменение по ценам? Да, в связи с общей обстановкой, то, что сезон поздно начался, сегодня он наконец-то у нас начался, есть очень хорошие скидки сейчас на все риксосы, свыше 20% скидки. Ну и плюс там определенные какие-то сюрпризы мы от себя будем делать вам, если вы обращаетесь к нам через Салават. Поможем. Герой такой. Песочек немножко другой. Хотел бы сказать, он не такой пушистый, но он очень теплый, очень горячий, очень прогревающий тело. Все косточки прогрелись. Итак, с нами Назар, он, наверное, во всех, ну не буду говорить «Д», а во всех точках побывал, знает уже многое. Назар, где лучше всего, комфортнее всего по отдыху, на твой взгляд, территория, где бы ты отдохнул сам? Я бы однозначно отдохнул там, где спокойно, где красиво, где, пребывая на отдыхе, я получу максимальное количество положительных эмоций. Это, собственно говоря, там, где есть красивые виды, где комфортно моим друзьям, потому что одному отдыхать, сами понимаете, не очень хорошо. И для этого подходит лучше всего, вот, как по мне, это Анталийское побережье. Вот все Анталийское побережье на любой вкус. Можно поехать в отель, где больше внимания уделяется детям, так как, например, как вот этот в Токерово Риксос, вот, здесь упор делается на детей. Есть другие отели, там, которым уделяют внимание в плане там флирт-фактора, молодые парочки любят ехать туда. Есть отели, где можно поселиться и жить, грубо говоря, как на отдельном острове, на отдельной вилле. Вот такие тоже есть. Поэтому нужно только выбрать место, вот, согласно своему настроению, на Анталийском побережье. Можно никуда не выезжая, найти разные локации. И вот здесь мне нравится больше всего. Вот их огромное количество, начиная от риксосов всех, причем заканчивая Макс Роялей и более бюджетных, даже трехзвездочных отелей, там в Чаралы или в Олимпосе. Я их действительно знаю уже почти все, так что обращайтесь, подскажу, куда вам будет лучше всего зайти. Это что касается меня, а что касается Салавата, у Салавата есть огромное количество наработок, с которыми, уверен, с удовольствием поделятся и с моими зрителями, и с своими. Так что обращайтесь, думаю, Салават тоже все подскажет, как можно. Итак, это был Назар Давыдов. Это мы на твой канал? Да, это на мой канал. Ничего страшного. Назар Давыдов был у нас в гостях, но смотрел свою камеру. Но ничего страшного. Самое главное, что суть дела не меняет. До встречи. Так что встречаться будем мы в разных местах. Следите, ставьте лайки, правильно говорю? Да. Вот, все, я уж научился. Ладно, давай, спасибо тебе, до встречи. Всего доброго. На связи, всего доброго.
Все спрашивают, что же отменили для белорусов, так что... То есть ждать белорусов, скажите? Белорусов ждать, да? Белоруссия, мы вас ждем! Хорошего отдыха, спасибо, друзья!